приехали на дачу. Мисок тут не хватает. Положили колбасу в миску. Вера, это что, я думаю, это жареная колбаса? Миска не нравится. Не нравится мне. Узковато немного, ну, по его мнению. Она на самом деле нормальная, ну, собаки с такой не растут. Значит, можешь влезть туда, да? Лицо пролазит? Ни хрена. Неудобно ему. А теперь производим эксперимент. Тебе надо пошире, чтобы было, да? Ложим в другую миску. Так, не поняла. Ах, куски большие. У нас еще и куски большие. Разложим в другую миску пошире и разламываем на меньшие кусочки. Что происходит? Так, кусочек взят. Съели. Так. Снова кусочек взят. Значит, два условия. Миска, чтобы лицо влазило. А колбаса, чтобы в рот нормально попадала, кусок. Ни большой, ни маленький. Нормального размера, да, Дэра? А ну подожди, ты поломала? Нет. Поломала, нет. Сейчас бы снова сейчас. Миска узкая. Колбаса большими кусками. Ваше княжеское величество такое не ест? Колбаса длинная, да? Да нормальные кусочки с ними. Посмотри, покажи, какие кусочки. Нормальные кусочки. Но это крупные для нас, как оказалось. Это крупные кусочки. Бери. Да не будет он брать. Не будет. Я же все величество такое не ест. Сейчас будет возмущаться. Ешь колбасу. Ешь. Ешь, противная собака. Вера. Пошли на третий. Ну хорошо. Снова делаем эксперимент. Ну, и кто мне после этого скажет, что это не порода, что это не кровь? И миска им нужна широкая, и кусочки небольшие. Доедай последний кусочек. Доедай! Ешь! Дерка, ешь! Ешь, тебе говорят! О! Браво! Можешь, когда хочешь, да? Браво! Ну, мама прикрикнула. Ага. Ну что, все? И морда не застряла, и колбаса в рот влезла. Нормально? Приятного аппетита!